Власти Германии готовы способствовать вступлению Турции в Евросоюз и рассчитывают на взаимное сотрудничество по вопросам беженцев. С таким предложением выступила в воскресенье Ангела Меркель в ходе своего официального визита в Стамбул. Немецкий канцлер провела ряд встреч с турецкими властями, на которых подчеркнула, Берлин готов оказать этой стране материальную помощь, упростить для ее граждан выдачу европейских виз и в целом ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Взамен немецкое правительство ждет введения соглашения, по которому Турция будет возвращать из Европы нелегальных мигрантов. У нас были веские причины для того, чтобы договориться о более тесном сотрудничестве по ряду вопросов, в том числе по активизации процесса вступления Турции в Евросоюз, а также по соглашению о возвращении в Турцию нелегальных мигрантов из ЕС. Наши переговоры по этим пунктам обещают быть успешными и обязательно будут продолжены. Добавлю, всего неделю назад Ангела Меркель придерживалась гораздо более жесткой позиции. В эфире национального телевидения канцлер заявила, что категорически против членства Турции в ЕС. Переговоры с Евросоюзом Анкара ведет уже больше 10 лет и пока безрезультатно.